наши, нашу девичью красу. И друзья, туристы наши тоже видят, но молчат. Жгут костры и варят кашу, а жениться не спешат. С милым рай в шалаше, если он по душе. Но шалаш — это прошлое уже. Можно строить свой рай на другом рубеже. Гараже и в Порше, и вообще. Яхты и автомобили — это вовсе не каприз. Это просто новый стильный и продвинутый туризм. Мы созрели, если честно, к новому витку судьбы. Только выйти нам из леса, пока молоды мы. Вот ребята сидят, под гитару поют, мол, как здорово, что собрались. И не знают они, что избрали мы тут двух достойных, причем на всю жизнь. Как же нам не веселиться, только чтобы не спугнуть тех, которые жениться захотят когда-нибудь. И когда мужьями будут нас таких красивых двух, то, конечно, позабудут все романтики дух. На Гоа, Бали, Давос, завтрак в Каннах, ужин в Ницце. Будет жизнь у нас пять звезд, а пока должны быть в форме. И сидим тут среди дров, дымом дышим, ну и...